Всем привет, с вами Павел Кибурга. Сегодня расскажу вам, как найти секретный гоночный трек в American Truck Simulator и, соответственно, получить хорошую ачивку, которая называется Start Your Engine. Чтобы найти данную гоночную трассу, необходимо приобрести дополнение Arizona, потому что находится этот трек недалеко от города Tucson. Затем, как видите на карте, находим остановку Bitumen и видим нечто похожее, собственно, на гоночную трассу слева от города. И отправляемся туда, друзья. Итак, мы выехали из города и потихоньку отправляемся к месту нашего назначения. Надо, конечно же, стараться не нарушать правила. Не всегда это получается. Хочется как можно быстрее добраться до своей позиции. Вот здесь я нарушил, поехал на красный свет. Рядом была полицейская машина, сразу же меня оштрафовали. Штрафы в игре довольно-таки солидные, и так даже интереснее играть, потому что это заставляет тебя не лихачить, а соблюдать все-таки правила дорожного движения. И вдвойне интереснее играть в American Truck Simulator 2, потому что здесь, в отличие от Евротрака, по дорогам в патрулях ездят полицейские машины, не только ездят за вами, но и часто прячутся в кустах, поэтому будьте внимательней. А сейчас мы подъехали к первой нашей мини-остановке. Нам надо ехать не налево, а прямо. Не переживайте, пусть вас не сбивают эти ремонтные работы. Аккуратненько заезжаем, бережем машину, бережем краску, потому что ремонт тоже стоит достаточно дорого в этой игре, а любое повреждение отражается на ваших доходах. Аккуратненько мы заехали и продвигаемся дальше. Видим, здесь идут ремонтные работы, прокладывают трассу, прокладывают какие-то трубы, вот работнички здесь проживают. Роют канавы. Подъехали мы к остановке Bitumen. И еще второй важный момент. Опять-таки нам надо ехать не налево, а прямо. И пусть вас снова не смущают вот эти колпачки. Прорываемся сквозь них. Немножко это побьет машину, но ничего страшного. Зато мы откроем секретную трассу, которую подготовили разработчики. Набираем скорость и мчимся к нашей пасхалке. О том, что эта трасса секретная, может свидетельствовать наш GPS. Как видим, он полностью черный, ничего нам не показывает, нет этой трассы на картах. Поэтому мы на верном пути. И вот прекраснейший гоночный трек, который сделали разработчики, не поленились. Ну реально прикольная штука для такой игры. Погонять здесь можно очень здорово на своем грузовике, опробовать, так сказать, всю его мощь, все ваши апгрейды. Любят, видно, заезжать на эту трассу байкеры. Слева видим крутые американские байки, Harley Davidson. Есть здесь еще один прикол. Обратите внимание на шарики и на танцующего возле шариков мужика. А вот, кстати, выскочила и та ачивка, о которой я вам говорил. Ну а теперь сделаем гоночный круг почета по этой замечательной трассе. Кстати, в мультиплеере ребята здесь собираются и устраивают настоящие гонки между дальнобойщиками. А на этом все. Спасибо, что смотрели небольшой гайд по этой замечательной игре. С вами был Кибурга, главный редактор сайта Gameway.com.ua. Заходите к нам на сайт, подписывайтесь на YouTube канал. Будет еще много интересного. Пока!